Нещодавно американські вчені назвали вік, з якого дітям можна довіряти і розповідати про гроші. Після численних спостережень вони дійшли висновку, що це краще робити після 5 років. Науковці вели дослідження близько 20 років і побачили, що більша частина дітей, які з маленького віку отримували великі суми на кишенькові витрати, потім виростали жадібними та егоїстичними. Вчені звернули увагу на те, що на дитячий розвиток негативно впливає і велика нестача грошей у сім'ї, або навпаки, їх надлишок. До того ж, маленьким дітям не варто розповідати про цінність грошей і давати з ними гратися. Від цього у малечі розвивається егоїзм. Ми вирішили запитати у миколаївців, в якому віці і як вони привчають дітей до грошей. У нас діти знають, що таке гроші, от зараз внуки ростуть, знають, що таке гроші, ну от, як виховання, вони просто повинні розуміти, що треба працювати, щоб якісь гроші отримати, і що за ці гроші потім все це можна купити. А так от, щоб жадність, або дай це мені, такого немає. Ну це ж гроші, зачем їм? У них є ігрушки, пусть грають своїми ігрушками. Тільки це любує там. Школу там, ну как обычно, дают детям школу, так для игрушек деньги нет. Дети еще не совсем понимают, чем они играются, и родители должны в первую очередь следить, чтобы это было безопасно для них. А если, конечно, им родители объяснят, что это такое, и они будут играть конкретно в какую-то игру про деньги, да, то может, конечно, развиться. Зачем? Они грязные. Не знаю. Они грязные, их нельзя давать. Як бачимо, більшість миколаївців погоджується з американськими науковцями і не дають дітям гроші без потреби. Дитячий психолог та психотерапевт Оксана Бабенко завітала до студії нового дня. Добрий день. Добрий день. Итак, я думаю, самый главный вопрос, который интересует абсолютно всех родителей, у которых есть маленькие дети, стоит ли давать детям карманные деньги? Я думаю, что стоит, только если мы говорим, ну, а маленькие дети, это какой возраст, да? Детям стоит деньги давать где-то лет с 5-6, когда они вот уже социализируются, то есть идут в школу, ну, сейчас с раннего возраста же дети идут в школу, и тогда у них появляются какие-то определенные расходы, и на вот эти расходы детям необходимо давать карманные деньги. Некоторые родители думают о том, что если они не будут давать детям деньги, они не будут тратить их на какие-то пустяки и будут более собраны. Действительно, есть ли такой факт или необходимо дать ребенку самому распоряжаться деньгами, которые ему выделяют родители? Ну, мы всему учимся посредством тренировок, да? Как ребенок научится обращаться с деньгами, если у него не будет такой возможности? То есть сначала родители объясняют, да? Объясняют. Как они делают покупки в супермаркете, да, для чего я это делаю, что я покупаю. Потом учат этому детей, ну, может, какие-то простые покупки, да, там, дали деньги купить пойти хлеба. Ну, то есть ребенок может с этой суммой обращаться, с небольшой какой-то. Вот. А потом, соответственно, уже большая сумма, когда у них необходимые расходы появляются. То есть ребенок, например, добирается сам в школу, ему нужны деньги на проезд. Он покупает там какую-то там себе булочку, какой-то завтрак, ему нужны деньги на эти небольшие покупки. Ну, то есть он без них не обойдется. А стоит ли родителям контролировать эти детские расходы или дать деньги, сказать, вот у тебя есть определенная сумма на неделю, как хочешь, так с ней и распоряжаешься. Хочешь хоть в один день все потрать, а хочешь распределять себе на булочки на 5 дней. Угу. Ну, тут зависит от возраста ребенка. То есть чем меньше ребенок, тем мы более дробим эту сумму. То есть если это ребенку, допустим, 6-7 лет, то эти деньги лучше выдавать каждый день маленькими суммами, только на сегодня. Ну, например, 10 гривен на сегодня, он потратит их сегодня. Еще у ребенка нет возможности планировать, он еще не умеет это делать. А вот как научить ребенка планировать собственный бюджет для того, чтобы в будущем действительно ему это помогло? Ну вот постепенно, то есть 6-7 лет мы им даем каждый день деньги. Ребенок взрослеет, 10-12 лет ему можно дать деньги на 3 дня. Ну, то есть, и он уже как-то распланирует, как он, ну, то, допустим, те же 30 гривен, но на 3 дня он сам их планирует. Если ребенку уже 10, там, ну, уже подросток, да, мы говорим, 13-15 лет, деньги можно давать один раз в 2 недели. А старшим подросткам можно давать вообще сумму в месяц, и он ее сам планирует. То есть, это постепенный процесс. То есть, сразу ребенку дай большую сумму денег, он теряется, не знает, что с ней делать. Ну, сейчас... то есть они накупят себе чипсы, будут радоваться. Среди родителей очень популярна такая методика, чтобы ребенку с 13 лет уже предоставить самому зарабатывать свои деньги и отказаться от карманных денег. Насколько это принято сейчас у нас в стране? Ну, не знаю, как принято, честно говоря, у нас в стране, но лучше, когда у ребенка есть карманные деньги,
и стимул тогда у него будет зарабатывать деньги. Потому что если у него забирают карманные деньги и все деньги, которые он зарабатывает, ему приходится тратить на самое необходимое, тогда смысл их зарабатывать. Ему проще прийти к родителям и взять эту сумму. То есть тогда он зарабатывает деньги на какие-то нужды для себя. Ну, не знаю, там, хочет купить, ну, какой-то гаджет, да, там, современный. Вот он хочет его купить, он на него копит деньги. То есть нельзя лишать ребенка карманных денег? Ну, карманные деньги – это какая-то определенная сумма, которая выделяется ребенку, и он научается ею распоряжаться постепенно. Ну, то есть начиная, там, с 6 лет и так всю жизнь, в общем-то. А вот чем чревато то, что, если родители не выделяют карманные деньги ребенку, а сами контролируют все его расходы? Ну, я бы сказала, что расходы нужно ими интересоваться, то есть они контролировать, потому что иначе ребенок не научается ими распоряжаться, и потом, будучи взрослым человеком, получает зарплату, и может ее слить где-нибудь сразу и на какие-то, ну, непонятные вещи. Вот. А ребенку необходимо, ну, это постепенное же научение, да, я про это уже говорила. Дается какая-то сумма, он ее постепенно начинает, ну, научается с ней обращаться. И родителям необходимо интересоваться, что ты сегодня купил, на что потратил. Может, ну, есть такие родители, которые, ну, научают вести вот к ним расходы, доходы, там, что у него осталось. Или раскладывать по конвертикам, где эти деньги мы тут. Вот это ты на там пирожные, там, все чипсы потратишь, а это мы откладываем на конструктор. Ну, то есть как-то это в каждой семье решается по-своему, но в любом случае ребенок постепенно учится обращаться с финансами, потому что это достаточно сложно даже взрослому человеку с этим обращаться, не то что ребенку. Планирование денег действительно очень важное в воспитании ребенка. А вот как научить ценить эти деньги, которые предоставляют родители, и не распоряжаться ими на отмашь? Я получил карманные деньги, родители все равно дадут еще, значит, я могу потратить полную сумму. Ну, тут, если, допустим, ребенок понимает, что у него на сегодня только, допустим, 10 гривен, да, и он, конечно, может их потратить, я не знаю, ну, на что-то там, на развлечения какие-то. Но больше, чем 10 гривен, он сегодня уже не получит. И получит завтра свои новые 10 гривен. Ну, это он будет учиться планировать. И в то же время, если, ну, родитель будет идти на уступки, он пришел, поныл, и они ему дали денег лишних, да, то, конечно, он будет их тратить на непонятно что. Ну, то есть... То есть необходимо держать в себе стойкость и не идти на поводу у ребенка, если он потратил уже запланированный лимит. Ну да, получается, это как, ну, скажем так, условно зарплата такая, да, которая, как взрослый человек получает зарплату, и она у него не резиновая, да, то есть это какая-то определенная сумма в месяц, и он на нее рассчитывает. Точно так и карманные деньги – это определенная сумма в месяц, на которую ребенок рассчитывает. Ну и желательно этой суммой не манипулировать, да, там говорить, ты наказан, денег сегодня нет, например. То есть манипулировать карманными деньгами – это табу? Ну, нежелательно. Или если это происходит, то это заранее оговаривается. То есть если ты вот это сделал, у тебя штраф. Как трудовой договор. Ну, вроде того, да. У тебя штраф, и тогда ребенок понимает, что в случае вот таких проступков, например, да, он будет оштрафован на такую-то сумму денег. Ну, не лишен вообще там, да, все, ты без денег. А вот стоит ли паниковать родителям, если ребенок в очередной раз спускает карманные деньги на какие-то развлечения, на покупки, которые ему, допустим, в данный момент не нужны? Нужно считать, что этот ребенок не может совладать со своим бюджетом? Или можно все-таки подождать, пока он сам научится на своих ошибках? Ну, мы же как-то гипотетически говорим, да, ребенок, смотришь, какого возраста ребенок. Кто-то и не может совладать со своим бюджетом в силу своего возраста, кто-то может и считает, что это важная для него сейчас вещь, да, то есть он купил, он считает, что это для него важно. Ну, а с точки зрения родителей какая-то ерунда, да, зачем он это купил? Может, у него уже 5-й такой же конструктор или робот у него уже есть. Но ему, наверное, как-то важно было потратить эти деньги, ну, на эту вещь. Ну, тогда все, вот сегодня эта сумма потрачена, других нет. Ну, все, нет, так нет. Значит, тогда ты лишайся чего-то другого. Ну, то есть тут ты урезал, тут чего-то себе позволил. Ну, он сам распоряжается и несет за это ответственность, в общем-то. То есть предоставить действительно самому распоряжаться своими деньгами и оставить ту же самую ответственность за ребенком. Ну, конечно, иначе же он не научится, иначе тогда... Ну, вырастая, человек тоже получает эту сумму денег и не знает, ну, получил свою зарплату, а что с ней делать, как ей распорядиться, он не знает. Ну, потому что его контролировали родители, а теперь никто не контролирует. Хотелось бы теперь от вас какой-то общий совет для всех родителей, которые не знают, как правильно распоряжаться карманными деньгами ребенка, с какого возраста и как именно, каким образом давать деньги ребенку для того, чтобы не разбаловать ребенка, а действительно воспитать в нем ответственного человека, который может распоряжаться своим кошельком.
Ну, такие какие-то общие условные советы, да, это первое, что важно, это посчитать, какие расходы у ребенка в день есть, и эту сумму примерно и выделять. То есть, если у него будет много лишних денег, он будет их тратить на какую-то ерунду, ну, с точки зрения родителей. Поэтому сюда входит питание, проезд, и может там какие-то расходы на тетрадки, ручки мелкие, например. Эта сумма и будет составлять карманные деньги на сегодняшний день. Вот. Карманные деньги выдаются детям с 6-7 лет. Ну, то есть вот когда они идут в школу, и чем меньше ребенок, это первое правило, да, тем мы больше дробим эту сумму. То есть каждый день выдаем деньги, потом выдаем один раз 3 дня, ну, то есть реже. И тогда он будет научаться планировать. Важно научить ребенка обращаться еще с этими деньгами, которые он получает. То есть какие-то определенные правила, ну, обращения с деньгами. Ну, допустим, чтобы ребенок не показывал деньги вот там вот перед всеми одноклассниками. То есть, ну, чтобы он этим не хвастался. И, ну, ни у кого не было соблазна забрать у него эти деньги. Ну, в общем-то, да. Не оставлял деньги в раздевалке, там где-то в карманах, потом они могут там тоже исчезнуть. Не тратил деньги на какие-то азартные игры, ну, то есть не играл на деньги в школе, не покупал на эти деньги какие-то личные вещи друзей, ну, вот когда они, я тебе продам там, ну, то есть это не их личная вещь, они их не покупали, и поэтому желательно вот там такие торговые отношения в школе, чтобы не было, ну, то есть я купил это у своего, там, не знаю, соседа, да, вот, что еще важно, сейчас я подумаю отметить. Я думаю, что важно действительно научить ребенка хорошо распоряжаться кошельком для того, чтобы не было проблем потом в будущем, чтобы из ребенка выразился сознательный граждан, который может располагать теперь не только своим бюджетом, но и в будущем семейным. Конечно, да, конечно, я думаю, что мы дякуємо нашій гості. Оксана Бабенко, дитячий психолог, психотерапевт, завітала до студії Нового дня.